Выполняя задание с другом на территории Риквотер, мы обнаружили спот, на котором спавнится большое количество мобов. Их спавн абсолютно рандомный. Могут появиться танки, могут маги с сильными спылами. Могут появиться сразу 7 ядовитых тентаклей, от которых вы скорее всего умрете, а могут появиться обычные камикадзе, самый легкий тип мобов. Мы несколько раз пытались подойти к гиперспавну мобов, иногда нам даже удавалось убить пару пачек, но когда спавнились суперсильные группы, нам приходилось тут же ретироваться. С мобов дают и опыт, и дроп, поэтому если вы не боитесь бана и хотите быстренько подкачаться, то попробуйте гиперспот в Риквотер, он находится на юго-западе от поселения. Вдвоем стоять на споте вряд ли получится, поскольку мобов очень много, и их уровень варьируется от 60 до 61. У каждого есть по крайней мере по 2 мощных спыла, и спавн рейд спота впечатляет,